скажем так, печальные итоги предыдущего артобстрела. Попал сюда тоже снаряд. Это мина 80-ка. И бойцы батальона «Айдар», тут люди не живут в этой квартире, и бойцы батальона «Айдар» просто взяли за свой счет, купили деньги, купили полиэтилен, зашили вот досками, привели хоть более-менее в порядок, потому что, чтобы не было ни мародерства случая. Ничего, помогаем как можем, что делать. И вот после сегодняшнего, после вчерашнего обстрела тоже будем помогать. Потому что это наши соотечественники, мы живем в одной стране, мы живем в одной Украине. Надо помогать друг другу.